Здравствуйте, дорогие друзья! Готов наш долгожданный курс движения, удары в движении. Приглашаю вас. Наш курс подойдет, я надеюсь, как новичкам, так и уже действующим боксерам. И искренне надеюсь, что тренерам будет тоже интересно. Ну, ни для кого не секрет, что ноги для боксера самый важный, наверное, инструмент, да? Не менее важный, чем и кулаки. А вместе ноги и кулаки – это и скорость передвижения, и сила удара. Поэтому мы разберем основные виды передвижения в боксе, какие-то комбинации, комбинационность, смена передвижений, различия какие-то работы по этажам тоже будут присутствовать. Наш курс содержит полноценных 6 полноценных тренировок, в которых мы разбирать будем какие-то элементы, манеры, ситуации, комбинации, приблизительные примеры. Действительно, что все сделать в один курс, весь бокс невозможно. Ну, основные базовые моменты мы собрали для вас и разобрали. Содержит курс какие-то авторские элементы, которые, надеюсь, будут вам интересны. То есть вот это все и многое еще другое, что, ну, зачем мне об этом вам сейчас рассказывать все, пересказывать курс, вы это сами можете посмотреть. Он является, скажем так, как продолжением первого курса «Биомеханика ударов». Поэтому переходите по ссылке для регистрации и дополнительная информация. И, между нами говоря, пока действует льготная цена. Надеюсь, до встречи. Вам будет интересно. Обратная связь тоже приветствуется. Будем разбирать, будем вместе рассматривать и радоваться за ваши успехи. Всего доброго. До встречи.